Всем привет, это Сами с Усами, решил поделиться с вами радостной новостью. Я купил машинку СССР. Ну, это, конечно, уже более такая поздняя модель. Вернее, поздняя СССР, ближе к нашей современности. Это Рафик. Все помнят, были в свое время таких скорых море, просто море. Машинка прикольная, у нее открываются двери. Салончик вот здесь, плохо то, что нет одного ряда. Ну чего это тебе, что, недостаточно света? Ну-ка, если еще эту дверь открыть с другой стороны. А-а-а, ты что, издеваешься? В общем, нет ряда кресел вот здесь. Спереди два кресла. Да, темновато, цвет еще машинки такой темный. В моей камере света недостаточно. Зачетная тачка. Из косяков нет полностью задней двери. Кстати, пишите в комментах, хотели бы вы, чтобы я эту тачку восстановил, именно сделал видос по восстановлению этой маленькой машинки. То, если наберется, соответственно, там определенное количество лайков, комментариев желающих, то я, наверное, сделаю ремонт. Нет вот здесь колпаков внутри. Вот здесь стоят хромированные колпаки. Здесь нет, не тут. Оси гнутые, но это фигня. Она у нас сделана в СССР, Made in СССР, Рафик 1 к 43. Дно пластиковое, не железное. Разбирается, мне нравится, прикольно. Вообще просто. Вытаскивается эта фигня. И чего? Как ты дальше вытаскиваешься? Надо было потестировать до показа видео. Я не знаю. Неужто я такой пенёк? Единственное, чем я отличаюсь от системы, я не делаю банальное раскрытие темы. В общем, поверьте на слово, что там нет кресел, вот здесь, середки. Не хочу её уродовать. О, ништяк. Кривая штанга такая, типа. Так что ставьте пальчики вверх, поддерживайте канал. Пишите. Будем ее чинить в видосе или нет. Или я просто ее починю и поставлю на полочку. Так что лайк, оставьте комментарий. Да, нет, чиним, не чиним. Как вы относитесь вообще к машинкам из СССР? Будут... В общем, будут отклики адекватные. То я, может быть, буду стараться покупать машинки именно СССРовские. Ремонтировать будем. Возможно, начнем. Если вам это будет интересно. В общем, такая информация. Лайк, коммент, подписочка на канал. Сделайте репостик, если не сложно. Всем спасибо. Пока. Блин, классные раньше делали машинки. Все же классные. В них какая-то вот душа, что ли, есть, не знаю. Эх, да. Жалко, дверки нет.